По 100 миллионов на закупку оборудования для учебного процесса в рамках отраслевого кластера получат сразу два образовательных учреждения Чувашии. В республике подписаны первые соглашения о партнерстве в рамках федерального проекта «Профессионалитет». Уже в следующем году эти средства получат Канашский транспортно-энергетический техникум и Чебоксарский электромеханический колледж. Федеральный проект должен стать локомотивом комплексной перезагрузки системы среднего профобразования. В Канаше намерены создать образовательно-производственный кластер. Его специализацией станет транспортировка нефти и нефтепродуктов. В мастерских на новых стендах будут учиться выполнять практические операции не только студенты, но и преподаватели. Поставим современные стенды, технические задания которых прорабатываем совместно с работодателями, которые моделируют, имитируют реальное производство. Также будет закупаться грузовая техника, спецтехника для обучения наших студентов, интерактивное оборудование. Ну, весь практический спектр, который необходим. Цикл, который необходим для обучения. Да, именно для практического обучения. Партнерские отношения между Канашским техникумом и предприятием «Транснефть Прикамье» имеют давнюю историю и продолжаются уже более 15 лет. В Министерстве образования надеются, что все учреждения системы профобразования среднего звена будут использовать подобную схему частно-государственного партнерства. Не секрет, что Канашский техникум выполняет не только, скажем так, задачи, которые направлены на республиканскую экономику, но и шире, за пределы нашего субъекта федерации, на все государство, на всю страну. И направление нефтедобычи и, соответственно, транспортировка нефти и нефтепродуктов транспортными трубоукладчиками, безусловно, то направление, которое сегодня остро востребованы в связи, в том числе, с международной политической ситуацией. И выполняя вот этот государственный заказ, выполняется и в том числе стратегическая задача.